Бег с открытием финала, друзья! Вот что должно быть! Чуваки, ну это финал! Это финал! All together! Всем привет, всем доброго времени суток, меня все так же зовут Герман, и через пару дней у меня день рождения. И я принял решение, что я даю себе полный выходной до 8 января, то есть я не буду заходить на канал, не буду смотреть, как набирает этот ролик в виде вашего актива, не буду смотреть на лайки, на комментарии и на подписки. Очень хотелось бы верить, что 8 числа в свой день рождения я зайду и просто буду удивлен вашим активом, так что я правда очень надеюсь на вас. Далее, после этого ролика, как я уже говорил, мы стартуем съемки «Хочу вам кал». 11 января у нас старт, так что следите за соцсетями. Ну а сегодня у нас финал. Лучшие штрафные удары Ютуба, и помимо почета и уважения, победитель заберет еще и 50 тысяч рублей. У нас уже есть три финалиста: Мотя, Витя Блатов и Бара. И остается только определить последнего: Лакер против Гуркина. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток. Я понимаю, что вы уже хотите видеть финал битвы на 50 тысяч рублей, но нам сначала нужно последнего финалиста добрать. У нас два классных исполнителя штрафных ударов. Суетишься? Суетливый Лакер и никуда не опаздывающий Леша Гуркин. Привет. А противостоять вам будет замечательный Егор. Очень много писали, что типа зачем вы зовете Даню. Очень много голов типа случается на ворота и замковый провод. И решили позвать Егора, чтобы было мало голов. Не залетело! Так как ребята были максимально сконцентрированы на ударах и их лица были каменными, мы покажем вам только лучшие лонгшоты. Периодически Лакер вырывался вперед, но Леша Гуркин не отставал. Играли они по тем же правилам, что и остальные, и кончилась их битва ничьей. Так же как в паре Мотя против Германа, решили выявить, кто выходит дальше с помощью серии пенальти. Пацаны, ну пенальти — это лотерея. Тут еще и голкипер хороший, который да. Может прочитать. Я первый. Давай. Ты хочешь финал? Да, хочу. А ты хочешь? Тоже. Пенки сейчас стоит. Нормально, уверенно. Хорошо, Алексей, с остальными яйцами-то, а? Наконец-то не я в этом положении, вот это решающего пенальти, потому что я очень уверенно тогда первый положил и очень неуверенно второй. Но Лакер не дает. Лакер бьет сильно, Лакер бьет точно в угол. Ну, чтобы вот сейчас как раз сработало то самое. Удар был сильный, удар был в угол. Мы до сюда с Матвеем не дожили, я уже второй не забил. Здорово, здорово. Надежно, надежно, на вылет. Волнение, волнение. Надега. Меня раздражает то, что я не могу. Мне Коля обычно 3 из 3, блядь, мимо бьет, а тут он 50 тысяч услышал и... Как-то. Я прям понял почему-то по разбегу. Ты не видел, Коль, когда я уже все, я уже ну, махнул. Я видел, что ты махнул, все. Но... Ну что, последний финалист битвы на штрафных на 50 тысяч рублей. Партия. Лакер побеждает и становится последним финалистом в рубрике «Лучший штрафной Ютуба». Мне же остается только попросить вас не забывать о подписке на этот канал, чтобы не пропускать новые видосы. Потому что капец там какой процент людей смотрит без подписки. Сделайте подарок на день рождения, нажмите красную кнопку, пусть она серая будет. Ну и собственно все. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит, и... Приятного просмотра. Праздничный новогодний выпуск. У нас штрафные удары на 50 тысяч рублей. Чувак, я тебе больше скажу. Это 50 тысяч, не как вот ты это решаешь, все переводы и так далее. Ты победил. Yes! Ты можешь сейчас поменять. У нас 4 финалиста. Коля Лакер, который отобрался последним. Бара, который разгромил всех в Амкале. Бара тут. Давай! У нас есть Мотя. Мотя просто секс. И Витя Блат. У меня что-то на меня новый парикмахер, что-то он что-то странное со мной сделал. Ссылочки на всех ребят есть внизу в описании. Ну а сегодня у каждого из ребят будет
10 ударов. Сейчас перед вами будет 40 ударов челлендж. Ну чего еще желать в новогодние праздники? Мы сегодня инсайды про лакера рассказываем. Лакер сегодня с будуна. И если он сейчас с похмелья разорвет этих мастерюк, это будет самое красивое. Все, да? Все карты. Давайте все вскроем. Фотки покажу еще. Шоу лакера вот такой. А все, что угодно, но играем комедию. Раз, два, три. Так, хорошо, давай сначала вы. Так у нас новогодний гала-концерт, когда вот основное действие немножко отдыхается, у нас еще музыкальная пауза, конфетти летает, такие эти, с шампанским какой-нибудь Лев Лещенко там такой в зале уже записанный в октябре. Ребзи, готов побеждать. Свою счастливую маечку надел. В финале у Германа очень приятно. Надеюсь, победит сильнейший. Первый гол! Пойдем! Всех с открытием финала, друзья! Первый гол и первый удар сразу же! Мне кажется, что в этом случае уже вторым будет сложнее психологически. Да, блядь, начинай. Почему он сказал не третьим бить сложнее, не четвертым, вторым? Понятно. Коль, ты помнишь? А завтра, поскольку и Мотя, и Блад, эти две сучки будут топить меня больше всего и будут это делать постоянно, с Барой мы как бы вообще в нейтральных отношениях. Единственная надежда на поддержку будет от тебя. Поэтому если ты не будешь меня поддерживать, то тебе тоже пизда. Второй удар Матвея. Первый сейв в финале, поздравляю вас, друзья. Мы в 21-м году уже, как там, чуваки? Надеюсь, уже гораздо ярче, чем в 20-м. Слышал я, что у многих 20-й год стал очень успешным, поэтому пишите в комментариях, у кого действительно успешный год получился. Какие они большие, я не думал, что стенка такая большая будет. Со стенкой тоже один балл? Нет, так же один балл, да, но обязательно нужно 3 из десяточки пробить. Вот и удар просран. Но он решил сразу скинуть с себя груз ответственности типа штрафных, стенки. Да, и потом уже лонгшотиками разобраться. Да! Как же он это положил? Блин, я радуюсь, как будто мы поделились. Я так рад, что я со стенкой забил. У Матвея остается еще один удар со стенкой в запасе. Да! Трёха! Егор, все пропусти! Вадик! У тебя остается... Я не знаю! Ладно, нет, Егор, на самом деле... Ну вот последний, я не знаю. Последний, я бы достал последний. Короче, конечно, реально стрелял просто идеально практически. Ну что, чуваки, я здесь единственный, наверное, человек без футбольной школы, вот, но при этом знаю, что многие все равно меня поддерживают, поэтому ради вас, чуваки, я постараюсь. Давай еще разок, на всякий случай. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, я очень прошу. Нет. Ну, я дам тебе 500 рублей. Давай. Верю, что он может удивить. Блин, а лакер реально теннисист. Он такой... Низом. Какашечка полетела, но низом могло залететь. Клево, что ты приглашаешь из всех сфер спорта людей на финал. Футболистов, не футболистов. Ай-яй-яй, там прям вот, ну как, ну вот прям, ну оно... Коль, сдвинь ворота немножко. Может быть, реально подвинем просто с тобой, поможем человеку? Не, ладно, это был хороший. Стенка, мне кажется. Дин, наверное, со стенкой сейчас сделал. Стеночка — это когда люди выстраиваются перед бьющим на определенном расстоянии, их выстраивает кипер. Вот, теперь вы в курсе как бы. Говорили, что я ударю, он пробежит. Блин, ну не летит, ну что я могу сделать? Ну не пошло. Ладно, последний удар я добью так, не буду сейчас ставить тем. Вот, лучше настроюсь как следует на следующий 5. Нужен удар с головом от поля, чтобы он остался в игре. Это очень важно. Я здесь в любом случае, от меня никто не ждет. Поэтому давай посмотрим, как пацаны будут закладывать. Ладно? Нормально. А я спокойненько. Может, в следующей серии... Выбью, ребята! Мне кажется, он уже... Подхожу в ранге фаворита к этому противостоянию. Смотри, делим по 25, в принципе. У меня все. Фу, бля, как же плохо-то, бля. Ну что, Витюша, первый удар. Вить, достаточно удивительно. Вить, по-моему, перекачанный мяч. Да, спасибо, Тём, блядь, все, сбил всю весь настрой, блядь. Ставьте стенку. Ой, сразу пошел человек стенку просить, ничего себе. Здорово! Здорово! А вот.
и удары мимо. Бля, он остался там, я еще разочаровался, он так остался. И мне кажется, вот этого, конечно, никто не ожидал, особенно я, который поставил на Витю. Согласен. Что, блядь, с нервами твоими, что? Как он в финал-то попал? При этом сейчас от того, что Блад так бьет, пользу в игре. Мама! Бля, как я плохо катился, знаешь? Пятый удар у Витюши и Коль, но в целом ты в игре. Ой, а вот и ноль. Вот и ноль, а вот да. И ноль у Блата. Это говно. Мне кажется, что сейчас, когда двое человек из тройки очень плохо начали, у пары есть шанс. Всем привет, свечки. Очень рад представлять Амкал Про в этом финале. Надеюсь, не подвести всех тех, кто за меня топит. Посмотрим, что выйдет. Ну, три мяча — это хороший задел у Моти, поэтому надо стараться догонять. С первого удара попробуем без стенки, а потом как пойдет. Браво! Сейчас со стенкой. Удачи, мужики. Не хочется нас. Надеюсь, увидимся еще. Я бы в стенку не вставал вообще никогда бы, если бы Бара. Даже если Бара от ворот до ворот бы играл сейчас и сказал бы мне в стенку вон там поставить, я бы не вставал. Нет. Вот вы не пользуетесь этим лайфхаком, но можно же просто вырубить чека в стенке и будет легче. Не знаю, если честно, Гера подпортил все планы. Вообще не рассчитывал на удар со стенкой. Это удар мимо. Интересный мув. А технику это не мои удары, поэтому будем на силу пробовать. Ну, это было прикольно. Бля, ну не идет сегодня ничего. Забивай, и ты уверен на втором. Чекай. Вот что должно быть. У нас есть Матвей, который в целом очень уверенно начал. Его три мяча — это прям супер хороший задел. Есть Бара с единичкой, и он точно в игре. И есть Витя и Коля. Двоечники на задней парте. Мне кажется, что вы уже наизусть запомнили, кто быстрее. Ламборгини, Сапсана из Москвы в Питер, на котором едет Forza Resort. И даже быстрее, чем ребята, которые пишут в комментариях: «Я первый, я первый». Это наш надежный партнер 1xbet, который оформил для вас волшебный промокод с бонусами. И помимо этого еще и QR-код есть. Все-таки мир современных технологий. Угу. Ну а где что искать, вы и так прекрасно знаете, ведь стопудово у вас есть лупа. Неужели кто-то смотрит мои видосы без лупы? Вот, пожалуйста, он тоже бьет херово. Ну что ж, засчитывается гол Матвею! Матвей сейчас бьет за самим собой. Видно, что очень сильно насрал. Егор. Надега. Ребят, моя главная задача сегодня — это не подвести никого из ребят, потому что полтос на кону, бабки не маленькие. И одна моя ошибка может там вывести пару или про лакера молчу. Ладно, не топим лакера, лакер, блядь. Он и так сюда приехал на дизморальке, поэтому наоборот подбадривает его. Очевидно, что вам выгодно всем болеть за то, чтобы он вообще не забил второй пятеркой. И тогда, типа, вы можете, каждый из вас может все изменить просто. Тыч, брат, пока не идет, да, надо что-то поменять. Чуть мозги перестроить. Секундочку показалось, что он успеет опуститься и что это баночка. Сейчас они забью из двух, нормально будет. Остается всего два удара. Чуваки, ну это финал! Это финал! Всего 40 как ударов. И 10! Вы за час приехали до этого, ты же разминал. Да я сидел там уже, спал. Чувак, он просто дает вам шанс. Можно забивать. Блин, я за каждого из вас на самом деле переживаю, понятное дело, но с точки зрения интриги я понимаю, что в случае, если сейчас Моти не забьет, то у вас у всех капец какой шанс хороший появляется. А вот и худшая серия от Моти. Непонятно. Вообще непонятно ничего. 0 из 5. Просто есть все шансы забирать. Конечно, мог он сейчас все решить и вообще уже все бессмысленные удары сделать, но... Интригу сохранил. Я верю сейчас на секундочку, типа, что он дает тебе понюхать, да? Да, что я смогу, да, типа. Да. Бля, нога что-то болела. Напряжно. Ну нервы, слушай, 100% нервяк. Ну, то есть, типа, уже, да, ну, во-первых, да. И оппоненты все сильные, а во-вторых, еще и, ну, все, финал 50. Ебать! Здесь Егор, Егор хороший, спасает меня, просто спасает. Ну, со стенкой надо, у меня два удара со стенкой еще есть, вот. Человека, бро, да, дай тебе сил просто.
Блин, ну говно, это все равно какой-то нехвально. Чувак, ну тебе надо сбивать как можно больше и надеяться, что если не ты, то хотя бы кто-то догонит. Чтобы, ну, чтобы была ничья и был дополнительные пятерки. Блин, у всех будут шансы? Крутые правила. Хорош, мужик. С Гурычем, когда вот мы били удары, я с какой-то момент словил жесткий нервяк. По мне было видно, что я просто максимально прям был сосредоточен, ничего не говорил. Сейчас я вообще расслаблен. Как будто, ну, мы играем просто типа ролик какой-то снимаем. Ни финал, там, ни штрафные, ни 50 тысяч. Но при этом не летит вообще. Я вообще его просто куда-то хуярю в потолок, блядь. Я назову видос «Разоблачение штрафных ударов». Последний удар без стенки, да? Да, давай, блядь, сюда, ёбни сам. Нервозность! Следующий раз, когда будут объявляться штрафные удары в Амкале, даже не ждите, что скажут Николай. Ну, блядь! Горблей-то, блядь, Витя! Ну, свои горблей... Вот. Не, ну, пока что все как в играх происходит. И Витя, когда дезморали, это все. Да, я может, знаю. Я... Может, сам себя купить, на самом деле. 100%. Бля, вот сейчас... Есть! Сидит банка! Хорошо. Человек еще может попереть, а может это и не попереть. Хорошо! Два есть, Витюша, да! Слушай, ну он прям, знаешь, такой старый Роджер Федерер, который бесит молодой Надаль. И он из-за этого не уходит из карьеры профессиональной, пытается его постоянно догнать. Брат, нам два из двух класть и верить в чудо, блядь. Есть! Есть! В игре все! Витя! Смотрим на Мотю. Арсена из Егора! Да! Влад впереди! Да, блядь. Домой, заканчиваем. Просто, я просто верю в Бару сейчас. Ты веришь в Бару или в Егора? В Егора больше. Слушайте, получается, у Вити сейчас 4, у Моти 3. Если у меня, например, 3 будет. То Вити забирает, потому что он забил больше всех. Тебе нужно сравниваться с Витями. Мне Моти уже пятак предлагал, так что это не работает. Есть гол! Есть гол! Два! Вообще не буду. Да, прямой. Да. Че, заряжаем? Снежа, два. Раз! Блядь! По-любому из пяти один на нервике должен сорваться, это нормально. Но даже Виктор Блатов один не забил. Ну, видишь, даже великие бывают ошибаются. Сейчас на самом деле очень сильно поспешил, надо просто выдохнуть и не торопиться и ударить, как умеет. Да, и в первой серии даже великий бывает, что... 5 раз ошибается. Давайте мы вспомним, что мы все 0 из 5 не забили, да. Кроме Бара. Да. Даже есть Бара... один великий, он уже 0 из 10 сделал. 0 из 10 человек исполнил. Ой, закатится. Блядь, ты чё там, ёпта, Егор? Бля, Егор не по плану действует, мы с ним о другом договаривались. Если не будет гола, то Витюша просто убирает. Сейчас ещё два. Бар, не слушай его. Блядь. Спокойно. Сови. Бар, один. Мы обосрались! All together! Мы обосрались! Бля, позвонил в камбэч, что в камбэч ответили, короче, по итогу. Слава богу, блядь. Вить. 50 тысяч рублей. Спасибо, пацаны, всем спасибо. Да. Лучшие штрафные удары на Ютубе, чувак. Не зря насос искал, бро. Реально, пиздец. Получается, еще пару месяцев не ждите новых видосов на канале «Все по блату». Да, да, что есть бабки! Ребята, во-первых, желаю, чтобы в этом году не было такой же фигни, как в 20-м. Но, во-вторых, я сказал, что я позвоню в камбэч, что когда вот перед второй серией. И мне ответили, короче, из камбэчной, сказали, надо камбэкать. Я камбэкнул. Всем спасибо большое. Великолепный ведущий Нечаев. И, естественно, великолепный канал Герман. Все? Окончательно Германом стал. Взрослел человек, все. Да, уже никакие. Я не Герман Эль пока. Алкоголь. Да, да. Я люблю Эль. Все, друзья, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Ставьте лайки. На сегодня это все. Всем пока.